Привет, я Ася, и в этом видео будем смотреть новое видео Джохана, да еще и по CS2. Мне, кстати, очень интересно послушать его мнение про CS2, потому что, ой-ой-ой, мнения сейчас сильно разнятся. Видео называется «Из всех оружий», и вы не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам все понравится. И если вас интересуют стримы, то каждый день на этом канале с 7 вечера неизменно. Приходите, вместе катаем-болтаем, буду ждать. Поехали! Это предисловие я записываю в конце монтажа. Вы не представляете, сколько эмоций доставило мне что запись, что монтаж этого ролика. Мы решили недавно поиграть с Данилом в гонку вооружений, но в соревновательном режиме. Заинтриговал? Нужно пройти все пушки и в конце порезать ножом. Все интуитивно и понятно, и более того, будет наглядно видно, но тем не менее есть нюансы. Некоторые пушки есть как за теров, так и за КТ, и соответственно их, если мы уже прошли, пропускаем. Победитель получает 10к, платит, конечно, проигравший. Надеюсь, все будет ясно. Приятного просмотра. Ладно. Ну, во-первых, это мощный приз, хороший плюс. Я тоже на стримах говорила, что не хватает вот этих режимов по типу гонки вооружений. Но слушайте, ребята, молодцы, выкрутились, придумали свою гонку вооружений. На, ладно, ладно, это будет битва. Эта битва будет легендарной. Начнем с Глока, я так понимаю. Походу, кого-то надо будет замутить. Так, ладно, где лучше сделать первый фраг с Глоком? Так, я думаю, в ловере. Давай, надо сразу переходить на следующий пистолет. Спиклир. А, мой, мой, мой! Есть! Есть, я тоже есть! А! Есть! И Дигл сразу вас... Файв-сэм! О, Дигл! Давай. А я могу Дигл сейчас, или нет? Нет. Что там у нас следующий? У нас P250, если был бы он, мог бы сделать. О! Последнего забрало, ФКшил! Он не ФКшил, придурок, он не ФКшил! Так, ладно, два точных попадания в голову. Все, что мне нужно. Какой же я уй... Сколько попаданий точно было? Ни одного. Ты на меду трешься, да? Да! Есть! Билеты сложно. Я просто их не встречаю! Жестко, очень жестко. Но обычно, кстати, гонка вооружений заканчивается ножом. Интересно, будет у них нож или нет? Тек Найн, у меня уже Тек Найн. Дай Тек Найн. Я хотел сказать, Вася меня уже тягал! Пошел, пошел! Пошел вперед, берет. Вася, в смок идешь, да? Нет? Нет, нет, Вася, давай. Сука. Я сразу возьму нового, Вася, на всякий случай. Вдруг я ебать сейчас дигла и новый с хуй. Прикинь, подарок красиво будет. Ты рад? Это меня. Три вылетело. Что ты? Пойду с дигла. Он тут, он тут. Ой, удачки. Сука, с дровяка в голову. Ой, идет Вася. Ой, блядь, нет, 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 братишка. Братишка, давай, хорошо. Боже, он мне ни шанса не оставил. Я дебил, подожди, я не взял. P250, быстрее, быстрее. На! Мита и выпи, Вась. Я пошел с дробовиком на него просто как еба... Отвали, не стреляй! Не стреляй, урод, у меня перелоуд! Сейчас же на Б уже никого, я буду убивать в спину, верно? Вася, с медлом стреляюсь, как дебил. А он бомж, не можешь по мне попасть, представляешь? Да. Я столько в него раз попал, охренеть! В смысле, ни разу не попал? Я по нему ни разу не попал, ни разу по нему не попал. Нет, блядь, урод, сука. Где-то мой Савидов. I'm sorry! Меня выкинуло нахуй. Грустно нахуй. Дай трансляцию. Нажми на паузу, говорю, мразь. Вась попал два раза со свидофа в голову, прикинь. А, все, свидофа больше нет. Теперь получается, ну, с юспа. И сразу куплю, наверное, 5-7 на будущее. Надеюсь, что я из того убью, из того убью. Это не похоже на бэ. Вообще. Нахуй! Беру 5-7. Хорошо. Да ладно, вот так вот. Давай. Ай, блядь, 5-7 пройден тоже в любом случае. Я убил с 5-7 тоже, там еще один остался, Вася, ты револьвер еще не закрыл. Ой, хорошо. А вот тут у вас возникает резонный вопрос, какой нахрен револьвер? И его лучше адресовать Данилу, потому что именно этот Индиго подумал, что нужно закрывать его. Но давайте не будем обращать внимания, ведь это Данил.
Ну, не знаю. Не, вообще, Джохан, конечно, уверенно и хорошо идет, но мне кажется, если бы я была на месте Данила, я бы уже, наверное, отсчитывала вот эти 10 тысяч, прощалась бы с ними, вот отрывала от души. Хотя, конечно, все еще может перевернуться, кто его знает. Не пиши, тварь, что ты пишешь? Что ты срочишь? Грязь из-под ногтей, блядь! Чисто кляузу накатал. Сука! Они поверили. Урод. А, да, он такой бомж, боже! О! Танцы! Что там у меня дальше? А вот и Негев. Да! Да! Одного. Второго поранил. Негев пройден. Вась, я не могу играть в одну калитку. Ты меня заставишь конкуренцию, или я буду просто как в гонке вооружений? Я застрял на сраных пистолетах. Понимаешь, я не вышел, когда нужно было выходить оттуда. И вот теперь что? Вась, я купил все пистолеты. Блять, в этом раунде надо делать все убийства. Вась, а знаешь, какое у меня оружие? У меня P90. Я сейчас, Вась, я не попал ни одной пули с него, прикинь, ни одной. Ну это потому, что я слишком сильно в себя поверил, а ты с револьвером... Гандон! Знаете, я в глубине души еще верю в Данилу. Вот что-то мне кажется, что он ману просто припас, и потом как ультанет, и все будет хорошо. Гандон, пошел за следующим пестиком, так, да? Так, что там у меня еще есть? В магазин пошел! А ты Суспа не убивал еще? Нет. А как же порядок, Гандон? Ну я на первом раунде взял револьвер. Боже, какой я конченый. У меня ж нет шанса. Да есть! Не надо! Надо. Не надо. Я рашну еще раз, Мит. Ух ты, блядь, я слепой, Вася, а ты кинул. Да! С такой дистанции! Хорошо, Вася, надо теперь подсасывать твои киллы. Нет, не дать. Два! Что у меня там дальше купить? Блядь. Я, Вась, прошел. МП-9. Надо было следующую пушку брать сразу. Куда ты бежишь, дробовиком? А ну остановись, г***ь! Стой! Нормально, я пошел брать другой дробаш. А ты добил его? Ты убил? Нечестно. Да, я убил, да, вот, смотри, там. Я тоже взял. Так, я уже на винтовках, Вась. Я уже на винтовках. Есть, ФАМАС есть. Вась, удвоил сразу. А! Перезаряжайся, как бот вонючий. Вась, нет, нет. Изи. Я по тебе выстрелил! Любые мерзкие тварьские всякие уловки работают. Ну а что, мы не оговаривали это, могу быть... Ну, раз это не оговаривалось, я бы на месте Данила тогда, если даже Джохан и победит, надо скидывать 5к, а не 10. Ну, за такие подставы это будет честно, мне кажется. На, пошел! Ты что, кончишь совсем говнопоел, урод? Да я его настреливал с 50 тысяч лет! Я видел это! Уйди, тварь! Он сзади! Убил? Нет. Есть. На! Есть! Следующая пушка! Хорошо, ладно, у тебя тут оружие накуплено лишнее, блядь. Подожди, а ты прошел сейчас только что винтовки, получается, да? А, нет, не прошел, еще МП-9 не прошел. Игра закончена, Вась, я нормально впереди, я СГ-ху закрыл тоже. Я думаю, ты рад за меня. Не очень. Блин, сейчас будем долго снова ждать. Блядь, динамично прям так охуенно на самом деле, пиздец. Ты ищешь матч без меня? Так проще выиграть. Свидов покупаю. Я снова убивал же. Снова? Ну да, за ментов я снова. Должно убивал, быть, да. Поэтому я беру свидов. Я не люблю дробовики, блин, мне очень тяжело с ними играть, честно, прям очень. Я хотел в спину зайти, но тип меня, видимо, краем глаза увидел. Ай, блин, сука! Вась, помогайте мне, уроды! Подождите, а если катка заканчивается, то получается и все оружие тоже обнуляется, то есть им надо успеть пройти все оружие за одну катку? Вот так вот. Каким хуёбразом? Ну помогайте, уроды! Один фраг с валючим савидофом. Да иди в кичен. Да заткнись! Да я бы такой фраг и за фраг бы не считал. Давай.
выйди, сука. Вась, что это такое? Ну давай, падла, выходи. Да не, на бомбе нормально. Отыгрывают на уверенность. Вась, ни одного яичка! Ни одного... Блин, да ни одного яйца нету ни у них, ни у меня, блин. Ну это просто я тоже всегда так сижу, когда мне дают челлендж убить с ножа или с Зевса. То же самое. Не, Вась, надо менять тактику. Мне плохо. Здесь с этим дерьмом, значит, нужно менять тактику. Я горю! Почему я ж смоку? Ну меня взорвали, Вась, я смоку горел! Есть! 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 Ну, ну неудачная катка, они, сука, не пушат. Ну как с дробовика убить затеров, Вась? Как, если они не пушат? Ага. Дебилы. Да, бля, не могу, у меня так жопа с этого горит. Боже, не могу просто. Ого. Ладно, я что-то сильно в себя проверил. Вась, ну я с дробовика стреляю. Нормально придумал, блин. Ай, Вась, 9 хп. 9 хп, да. Вась, я пошел, я пошел, плевать, да. Лютая. Ну блин, ну я не могу, Вась, ну не могу, ну не могу, я сейчас себя оторвусь. Надо окно закрыть. Оторви себе соски, они не нужны мужчине. Ой, бля, не могу, какой пожар, на, какой пожар. Все, все, я буду ходить с тобой, подскажу где-то что-то, давай. Там уже, наверное, в квартире даже кондиционер не справляется. Пошел в сраку, бля. Нет, инфу, да. Падла. Вась, какая уже падла. Урод, галимый, ну ты конченый, что ли? Начнешь развернуться, сейчас да выйдем. Да сломал дверь просто. Ну не ходи за мной, тварь. Больше траектории. Нет, нет! Нет, Вась, я тебя ненавижу, я ненавижу тебя, я хочу тебя убить. Я кладу тебя сейчас, Вась. Я кладу тебя нахуй, стой. Да не надо, спокойно, у меня калаш, не сметь. Вась, ну без... Ну я не могу! Ну, ну какой дробовик на атаку, блядь! Ты получил интригу! Вас они не пушат никогда, ни один! Молодцы, играют правильно. Заткнись! Да не могу! Вас я попал! Вась, я сейчас... Я не горел так! Я так не горел в этом, понимаешь? Я так не горел, Fall Guys! Вот и калаш. Ну, блядь! Так, Вась, я не могу. Я не могу. Да, реакция Джохана выглядит даже хуже, чем в Онлиапе. Что там стоит? Вась, ну съеб... Ну не мешай, ну иди нахуй! Иди нахуй! Я стою под окном! Мне молик закинули, Вась! Вась, гранату, я все вытерплю, я все выдержу! Вась, все выдержу, Вась, все! Вась, еще раз только выйди! Я уже накоцал его, 30 хп, босс. Ну дай мне его, ну мне так он нужен! Да не вариант. Не-не, не вариант. Да он ушел. Да забудь, ладно. Чтоб убить Завидовым, нужно прям вон кому-то засунуть дуло и выстрелить. Только так. Я понимаю. Да иди на... Кто-то дебил мне пишет. Если я сейчас сделаю один килл в этом раунде с СГ, я закрываю все террористические пушки. Понимаешь? Я могу закончить теоретически в этой же игре в следующей половине. Вась, я в голову попал типу. Он шхерится, возьми, я выжил! Подскажи, где он, братишка? Вась, блядь, брат. Нет, я не горел так, я не горел так в Fall Guys, Вась, я так не горел. И стреляет в меня. Я не горел так в Fall Guys, пиздец, я так не горел никогда, я никогда, Вась, так не горел, как сегодня, никогда, никогда. 12-0, пиздец. Ну, типа, это реально, ну, согласись, это пиздец течение обстоятельств, типа, все вместе, блядь, ну, типа, это невозможно. Я не знаю, как ты убил Сюдов, типа, тебе просто повезло, походу, жестко. Пошли нахуй, сразу, фраг, сходу, еще нахуй. Ну, и второй выше, блядь, уроды, блядь. Сейчас я поиграю с вами с нормальными пушками, посмотрим нахуй. А, поиграл. Я искренне надеюсь, что следующая игра мы начнем затеров, чтобы ты ковырялся в жопе все это время. Вась, мы затеров, слава богу, слава богу, блять, второй шанс, мы затеров начали, боже. Ай, слава богу. Надо просто сделать фраг со свидофа, и дальше галил, калаш, и SG, и АВП. А, то есть гонка продолжается, если ты респаешься за еще определенную сторону. Ага, все, поняла.
И тогда мне останется там чуть-чуть за КТшников, нормально. Прям очень, а не нормально. Пожалуйста. Пожалуйста. Один. Всего один. Пошумим, блять. Чисто сайгак, Вась. О. Да. Да, боже. Я сейчас расплачусь, блядь. Да твою мать, ну серьезно. Серьезно. Вась, удваиваю, на. Удваиваю. Вась, если мужчина, возьми мне оружие сзади. Возьми мне его. Я возьму его. Вот это оружие. Вот это. Не успеваю, не успеваю, не успеваю. Хорошо. Пипнейская. Как бы мне это не стоило потом, будем считать это за то, что я тебе до этого мешал. Да, ну давайте, такая тишина, мне аж плохо от этого. Двоих! Нет, одного, ладно, Мактен закрыл, все хорошо, хорошо. На. Ладно, хорошо, главное закрыл, Галил. Give me... Oh, please, please, man, please. I give me... Okay, I love... Oh, please, man, please. One round, please. I suck your dick now. Просто так получается. На, ходу. Я сейчас раунд выиграю еще им так, чисто за компанию. Потому что, наконец, у меня пушки нормальные, блядь. Что, блядь, думаешь? На, блядь. Ладно, это я уже такой охуевший. Я на кураже просто, знаешь, я когда свидов закрыл, мне казалось, показалось, что я просто способен на все, что угодно. Вась, ты что? Я это видел, это было ужасно. Вась, отойди. Вась. Это вот когда уже все, вкус победы, вот этот вот уже все, одно оружие осталось и нож, и ты начинаешь дико тупить, это очень знакомо. Вась, ты такой ублюдок. Ну все, хорошо, я закрою это. Есть, есть, хорошо, АВП. Есть, АВП закрыто, все. А пистолеты все у тебя? Ну да, только с револьвером. Ну да. Ну да, тебе МП-9 и дальше по списку. Ну и братик, блять. На ножах, возможно, встретимся. Кто знает. Ты понимаешь, насколько... Так, за Т-сторону, получается, они сравнялись. Сейчас посмотрим, что будет за КТ-сторону. Блин, так интересно за этим наблюдать. Такой азарт. Я тебя буду плотно опекать. Как уточка, утёнка, блядь. Ой, проиграйте раунд, друзья. Проиграйте, проиграйте. Надо? Проиграйте. Зачем? Да. Кому это выгодно? Тебе выгодно? Чтобы ты не смог купить АУ. Ты ползаешь-то за мной, блядь. А что? А ты сейчас убьешь и средом зарежешь. И что тогда мне делать? Есть. Ну что, начинается опека? Начинается плотная опека. Вась, а вдруг я порежу? Блин! Закрыл. Нет, плана нет, честно говоря. Буду импровизировать. Ну может королевский нож, ну вообще без использования оружия надо. Так я так и делаю. Да. Да. Сейчас буду слушать шаги страшно. И резать. Все, пока тебя нет, пока ты там. Они там есть, пока они там есть. Пока ты там, пока ты там, блядь. Пока ты там, я выползаю в мид. Я выползаю. Да куда? Стой, ну мид, двери, да куда ты побежал? Убейте его. Не умери, блядь. Опа. Это пил. Он же не знает, что ты там. Сучи ты, господин! Искренне надеюсь, что вам понравилось, потому что этот ролик вытреп... Данила, я верила в тебя, правда, до последнего. Пал вообще все нервы и терпения, которые у меня были, возможно, даже на следующей неделе ничего не сделаю, просто буду отдыхать. Но это не точно. Пойду лягу. Всем пока. Классное видео, очень классное, мне очень понравилось, очень много азарта. Я бы тоже поучаствовала в таком, честно, даже без денежного вознаграждения, чисто из-за азарта. Это круто. Да, вы напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего, а мы встретимся в следующем видео. Пока-пока!